Здравствуйте! Видео о программаторе ключей Toyota Lexus с функцией эмулятора ключа. Поддерживается модель с системой Keyless Go выпуска 2008-2015 год. Устройство получает данные из модуля Smart и эмулирует ключ-карту для проверки работоспособности системы. Также устройство позволяет добавить новый ключ. После подключения устройства к OBD-разъему появится основное меню. По порядку сверху вниз. Select Mode – выбор режима. Check – функция тестирования снятия с охраны. Connect – функция тестирования запуска двигателя. Add – функция добавления дополнительного ключа. V1.3 – текущая версия. Кнопки сверху. Слева – назад, справа – вперед. Далее – вверх-вниз. Если установлена связь с модулем Smart и получены необходимые данные, то появится следующий экран. Если на экране появится сообщение «Bring to button», то нужно приложить устройство задней стороной, как отмечено овалом, кнопки Auto Start Stop. Иконка антенны показывает, что поступают запросы от кнопки Start Stop. Если Smart модуль не поддерживается, то появится сообщение Learning – обучение. Подождать примерно 1-2 минуты, пока устройство анализирует получаемые данные. Порядок работы с опциями. Опция Check – тестирование снятия с охраны. Для моделей Camry, Prado, Avensis. Подключить устройство к OBD-разъему. Нажать и отпустить кнопку Start – Stop или педаль тормоза. В меню выбрать Check. Далее выполнить опцию Connect. Тестирование запуска двигателя. Выбрать Connect. Если появится Learning, обучение, подождать 1-2 минуты. Если появится сообщение Bring to Button, нажать и держать педаль тормоза. Приложить устройство к кнопке Start Stop задней крышкой, как отмечено овалом. Иконка антенна должна мигнуть. Нажать кнопку Start Stop и запустить двигатель. Нажать кнопку Выход на устройстве и отключить устройство от разъема. Опция Add – добавление дополнительного ключа. Подключить устройство к OBD-разъему. Нажать и отпустить кнопку Start Stop или педаль тормоза. В меню выбрать Add. Добавить. При появлении Learning – обучение, подождать примерно 1-2 минуты. При появлении Bring to Button – нажать педаль тормоза и приложить устройство кнопки Start – Stop задней крышкой, как отмечено овалом. Иконка антенны должна мигнуть. Если прозвучит звуковой сигнал, убрать устройство от кнопки и приложить к кнопке Start – Stop программируемый ключ. Повторный звуковой сигнал подтвердит программирование нового ключа. Нажать кнопку «Выход на устройстве» и отключить устройство от OBD-разъема. Спасибо за просмотр!